окунаться в специально оборудованных местах и охлаждаться постепенно. Спасатели рассказали, как без последствий принять участие в крещенских купаниях. Для этого пляжи по распоряжению мэрии оборудуют на 16-й станции Большого Фонтана, Ланжерони и Лузановки. На месте будут дежурить сотрудники ГСЧС и медики. Перед окунанием категорически запрещено употреблять алкоголь. Общее состояние здоровья также рекомендуют проверить заранее. Основные правила моржевания в эфире «Дня на Думской» напомнил начальник пресс-службы профильного ведомства Андрей Мельник. Перед тем, как зайти в воду, нужно обязательно, ну, с собой брать сухие вещи, чай, обязательно горячий чай, сухие вещи, там, полотенце, коврик, чтобы можно было встать. Значит, зайти в воду в течение, там, человек, который первый раз идет, допустим, то это желательно не больше 10 секунд, окунуться и выйти.